Всем привет! Хочу рассказать про проект Earn Alliance. Они собираются выпустить свой токен, который мы сможем бесплатно получить и в будущем заработать на этом. Сейчас можно поделать активности в проекте для подтвержденного дропа. В своем твиттере они написали, что выделено 150 миллионов токенов Alli. Сам проект — это социальная платформа, позволяющая пользователям и сообществам узнавать для себя сотни новых игр в мире Web3 и узнавать про их новости и обновления. Они привлекли 4 миллиона 750 тысяч долларов инвестиций. В инвесторах у них известная компания Animoca Brands, а также другие компании, вы их видите на экране. Итак, как же фармить токены проекта? Переходим по ссылке в описании и регистрируемся на сайте. Я регистрировался с помощью кошелька MetaMask. Если не знаете, что это, то в подсказках и в описании я оставлю ссылку на видео, в котором подробно рассказал о нем. Кликайте на свой ник, жмете My Referrals, тут слева внизу вставляете код, который также будет в описании. Каждый день во вкладке The Wall вам будет попадаться сундук. Он может быть разной редкости, из него падает золото, токены проекта и билеты для улучшения, о них расскажу позже. Чем более редкий сундук, тем соответственно лучше награда в нем. Итак, переходим во вкладку The Wall, листаем далеко вниз и в поиске вашего браузера, в Google Chrome его можно вызвать, нажав Ctrl-F, вводим слово Chest. Дальше просто ищем сундук, либо же если не нашли, то листаете ниже и повторяете то же самое. Справа можно увидеть, когда у вас появится следующий сундук, а также тут присутствует легендарный сундук, который стоит 250 золота. Это золото, как я уже и говорил, можно получать, открывая каждый день сундук, а также каждую неделю вам будет даваться золото в зависимости от ваших бейджей. Бейджи можно получать бесплатно, платится только комиссия за мин, где-то 3 цента в сети Polygon. Эти бейджи уже распроданы, а большинство из них, когда они продавались, я писал в своем телеграм-канале, так что подписывайтесь, в нем я уведомляю о новых бейджах и остальных новостях проекта. У меня есть вот такие бейджи, и за них я каждую неделю получаю 325 золота. Сейчас в проекте проходит минт-марафон, в котором нам нужно будет забирать NFT в BNB, Polygon и Mutable. Пишут, что всего будет 3 недели таких минтов. Чтобы получить NFT, нужно будет выполнить пару простых заданий по типу подписки в Твиттере и в Дискорде. Далее жмете минт и оплачиваете комиссию. Также сейчас запустили Bounty Drops. Тут можно подключить свой Discord и Steam аккаунт и получать за это сундуки. Чем больше вы поддержали игры в Дискорде и чем больше у вас есть игр, а также наигранных часов в Стиме, тем больше таких сундуков вы получите. Также эти Bounty Drops можно получить, приглашая своих друзей по вашей реферальной ссылке. Вы получите в 5 раз больше Bounty Drops от ваших друзей, то есть когда друг получит один Bounty Drop, вам дадут еще 5. В сундуках будут находиться токены проекта. Теперь я расскажу, зачем нужны жетоны для улучшений. С помощью них вы те базовые сундуки, которые получили, можете улучшить до премиумных и элитных. В базовом сундуке находится один токен Alli, в премиум сундуке их 100, а в элитном их 1000. Открыть эти сундуки можно будет 14 февраля 2024 года, то есть времени нафармить их у вас еще много. Вот так можно зарабатывать токены проекта Earn Alliance. Не забывайте, что сейчас проходит минт-марафон, в котором нужно успеть заминтить NFT. Во всех новостях и обновлениях проекта я буду писать в своем телеграм-канале. Также вы найдете там еще много полезной информации.